Давай это. Я хочу маме отнести. Если мне она не выпьет, то завтра. А как бабушке-то отнести, составить? Она говорит, что таблетки типа. Что ей таблетки не помогают, а это тем более, это фигня, говорю. Представляешь? Что делать, братан? Что ты делаешь? Что делать, блин? Как так-то? И она бы снизила давление, если бы хотя бы ложечку сока этого выпила. Что делать, братан? На электрогитаре я играл и пел, импровизировал там англоязычную музыку на электрогитаре. Импровизировал просто на русском языке. Впервые такое делаю. Наверное, такое в детстве обычно делают. А я что-то сейчас начал делать. Еще раз, давай, расскажи что-нибудь. Как там машина, как сок. Че он постоянно улыбается? А свет-то его ставить не надо. Так она ставит на свет там у окна. Хотя там, когда уже... Я вообще офигеваю. Вот надо. Сделал. Тут же его увидел. Ну давай, короче, это. Я отнесу маме. Я выпью, допустим, половину или сколько до Здесь, четверти. смотри, свекла, морковь, капуста и еще смородина. Ну, и если она не выпьет, я сегодня вечером выпью его до конца. Конечно, его еще надо было. Только если я его выпью, я могу сейчас просто упасть в кровать и уснуть. Да ну. Ну реально снижает давление. Я очень... Давай, бро. Че, постригся? Стрикся, да? Постригся? Стрикся. Нормально. За 300 рублей. За 300. А я собираюсь отращивать волосы, как у Иисуса. Че там, моль? Нет. Че у тебя за приспособа? Это кабель. А, кабель. Ну, надо сейчас маме нести сок и Ты его поставь. зарядку. Нормально. А я он у меня это в сумке. Баба Катя, как у вас дела? Спасибо вам. Всего хорошего. Пейте сок, он снижает давление. А, у вас нет? Но он полезный просто вообще. Короче, это... Чё там? Боишься этого коронавируса? Я нет. Мне вообще пофиг. Я считаю, что его не существует. Что это просто сделано для политики, не для того, чтобы контролировать. В новостях. Да они все врут там. Вчера в Америке 1700. Да врут они все там, просто умирают они просто так, и они пишут, что это коронавирус. Нет никакого коронавируса, блин. Они просто закрывают границы, делают тоталитарный мир, права граждан отнимают. Ну, ты хочешь сказать, что взяли все и сговорились? Нет, просто кучка сговорилась. Сейчас я взял сок. Я взял сок и иду, все. Зарядное устройство тоже несу. Несу зарядку. Несу. Слушаюсь. Ав. Короче, у тебя нет лишней зарядки. Я не оставлял у тебя зарядку вообще. Вот у меня белую зарядку не оставлял? белый, нет, у меня черный. Короче, я не знаю, куда делась зарядка. Я рисовал, подзаряжал и куда-то делась. Смотри, вот эта вот зарядка, у меня-то одна зарядка. Вот это, по-моему. У тебя две, да? А сейчас у меня две. Ну, тебе нужны две, да? Нет. Ну давай одну. Я вообще не знаю, откуда она взялась. Так это, наверное, моя была или Она чья? давно уже здесь. Ну отлично, давай мне одну. У меня просто это проблема там с оборудованием, все такое.
Короче, я чувствую себя офигенно, я принял флоксетин, антидепрессант, но он, по идее, не должен так действовать. Он помогает все-таки. Или просто потому что тепло сегодня. Смотрите, как я выгляжу странно. Чувачки. Меня тронуло письмо одного подписчика, одного, короче, чела, который мне написался на ней странице, что он офигевает от того, что у меня так мало, ну, сокрушается, он прям такими, знаешь, словами красивыми написал, что он сокрушается, что у меня так мало просмотров на Ютубе, и что каждое видео, которое я делаю, я словно для него обращаюсь к нему, представь, это самое трогательное письмо, которое я получал. Я его даже заскринил, ну там, я даже попросил его с другой страницы написать, если хочет, что это офигенный чел мне, такое мне еще никто не писал, ты представляешь? Такого, ну вообще, причем так развернуто, знаешь, и так, такими еще словами интересными, офигенные эти тапки. Тапки обычные. Тапки офигенные. Ну ты смотри, через тапник может коронавирус залезть. Почему у тебя не это? Не вот такие. В смысле? Ну не видно голых ног. А. По-модному надо. Короче, мы тебе насрочки сделали. Так что? Да. Да я просто что-то не знаю, мне никогда, мне наоборот неудобно так, я... Конечно. Ну они, не знаю, они носят это, наверное, чтобы привлечь себе внимание, как это девушки вообще стали делать, кстати. От девушек пошло, я считаю. Ну разумно же, они обнажают, чтобы привлекать, а парни стали носить, потому что девушки стали делать. Ну парни стали под других парней привлекать, там все такое. Думаю, они девушек тоже так привлекают. Ну у тебя вообще тапки брутальные, да, мода. Как у Ван Гога прям. Ну ладно, бро, давай еще. Давай сфотимся. Сок. Чтобы сегодня его до наступления темноты выпили. Да, я выпью. Будет сделано. Я его еще утром сделал, надо было еще утром выпить. А ты тоже хочешь поиграть мне или гитаре у меня, ну типа поимпровизировать? Там знаешь, просто импровизация, воображение работает, развивается. Mm-hmm. Короче, типа включаешь песню западную, и типа изображаешь, как на гитаре играешь, и поешь на русском, а там на английском, а ты на русском это поешь, типа. И у меня что-то получилось прям так. Даже там одна сказала, что офигенно. Так ты шоу получается пить не умею, к сожалению. Если что, заходи там, или давай я. Или у тебя есть какая-нибудь песня, которую ты хочешь спеть? Английская? Ну или любая. Не знаю. Наверное, есть. Давай, короче, это, сыграешь. Давай сыграем. Ладно, давай, братан. Давай, давай, Викло. Как там? Сейчас же здороваются так вот, чтобы... А, чтобы коронавирус. Чтобы коронавирус не передавался. Я же что сейчас буду делать? Сейчас надо идти, блин. 1700 человек за вчера в Америке. Не, ну смотри, они люди умирают всегда, да? Нет, от коронавируса нет. Ну, короче, они вышли на первое место в мире. Они запретят денежные деньги, бумажные, потому что они переносят коронавирус. А это как раз в планах элиты, ну, всякой этой вот фигни. Понимаешь? Но они слишком ограничили права у нас. Не конституцию нарушили. Короче, ладно, болкать. Спасибо вам. Я пошел. Как-нибудь еще зайду сок. Делай. Бабаня, как там? Не болеет? Бабаня?
Нет, вроде нормально. Сегодня был у нее там в лампочку включил. Жаль, она сок не хочет выпить. Полезный. Давайте. Давай, братан, давай. Давай. Глочи. Ладно.